Приветствую на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Хогвартс Наследие. Так, у нас сохранялка где? Так, 17-е ручное сохранение. Сегодня у нас так. Да. Ну, давай посмотрим, что тут приготовило нас для нас. У нас еще сколько-то испытаний должно быть. Надо до них добираться, искать. Вот чем и будем заниматься. Еще эти лунные камни, блин, прибавились. Нахрен не нужны собирательства. Так, у меня, как всегда, мои два болельщика, которые за вас болеют. Да. Если получается собирательством, то это все в основном собирательство, эти сундуки собирать. Так. Заходим в бар. Надо узнать же, а же с троллем, ой, с гномом, с кем они там? С домовым общаются. Дополнительное задание. Hello there. Nice to see you. Давай. Еще не прогрузилось. Hello, Miss Ryan. Здравствуйте, мисс Райан. Хочу еще раз поблагодарить вас за помощь с Руквудом и Харлоу в день нападения троллей. Можете звать меня Сирона. Рада была помочь. От этих двоих одни беды. Хорошо, что когда они нашли вас, вы были здесь. И я. Вы же говорили с гоблином в тот день. Yes, да, с Локком. Он друг. Похоже, у вас нехорошие отношения. Я его давно знаю. Мы познакомились, когда я была школьницей, подрабатывала в трактире еще до того, как выкупила ее. Он был весьма приветлив, но друзьями мы не были. Он доверял волшебникам и не спроста не доверял. Но теперь вы друзья. Да, мы давно не виделись и встретились лишь несколько месяцев тому назад. Но он меня узнал сразу. В отличие от некоторых моих школьных приятелей, они сразу не спекулировали, что я ведьма, а не волшебник. Не все гоблины, как Рандок и его сторонники. Лодгока не меньше нашего беспокоит текущие события. В таком случае, мне бы хотелось с ним поговорить, в частности, о Ранароке. Где мне его найти? И я так понимаю, что ваш интерес связан со слухами, будто Ранрок сотрудничает с нашим другом Руквудом. Да. Если его здесь нет, он может заниматься делами в трактире Кабанья Голова. Он уважаемый торговец металлами. Напомните ему о нашем разговоре, он, конечно, не доверяет ведьмам-волшебникам, даже таким юным, как вы. При всем этом, если вы ищете информацию, которая может обуздать Ранрока, то ваш союзник. А что вам известно, мне уже без разницы. Благодарю вас, Сирона. Обыщите Лодгока, передайте ему мои наилучшие пожелания. Так, а здесь у нас что? Давай узнаем. Что ты мне хочешь сказать? На ушко шикни. Прошу прощения, что вы сказали? А, здравствуйте, я разговаривала сама с собой. Клементина Уилсли, очень приятно. Я размышляла о прекрасных бабочках, порхающих на опушке запретного леса, но когда я приближаюсь, они улетают. Когда я училась в Хогвартсе, нам действительно что-то там рассказывали жуткие истории о том, что там творится. С тех пор я до смерти боюсь его. Про лес боюсь. Знаю, это глупо, но мне безумно интересно, куда стремятся бабочки, летающие в западный лес. Может быть, вы сможете это выяснить. А вы просите меня? О, да, пожалуйста, если не сложно. Я подумаю над этим. Не, сейчас она в кабаню гол. Ну-ка, отпусти кота. Что ж, ладно. О, благодарю, храбрые же ныне ученики пошли. А вот мне некогда. Я буду ждать здесь.
До скорой встречи. Отпусти кота. Мучает, блин. Всеми обнимашками. Обнимашки. Как тарандашки. Так. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. Так. Идем сюда. Значит, чуть выше пройдем. Алоха Мора. Алоха Мора. Вот так. Все открылось. Ревелио. Луна, я еще ночью, что ли? Так. Ладно. Куда? Туда. Найдите бабочек запретом. Да мне не бабочки нужны. Нет, мы не это задание. Это так, потом, когда-нибудь. Взяли. Ох ты. Добудьте все три боевых растения, одновременно используйте их в деле. Магический рецепт. Награда. Так. Верните лунный снимок. Так, о господи, замки буду быстрее открывать. Хотя, подождите, я кое-что увидел. Кое-что очень важное. Я еще, кстати, и миссию-то не поменял. Только задание надо. Задание. Во-первых, мне надо... Вот оно. А во-вторых, таланты. Таланты. Ну-ка, давай заклинание. Что у нас? Нет. Чтобы так... Вот здесь заклинание возвращается... Так. А, вот как это даже действует. Блин, вот это-то нужная вещь. Так, только уровень 22. А, у меня просто нету, да, еще? Понятно, ладно. С темными искусствами, что у нас тут? Так, эффектное проклятие сохраняется на врага значительно дольше. Блин. А по основным функциям у нас что? Враги, пораженные заклятием, остолбенят дольше остальных, оглушенные. Так. Блокирование заклинания при помощи идеально. Так. Идеально выпускает настоящий урон. Так. Пробивает щит. Так. При попадании по врагу остолбенение наносит прямой урон. Что-то у меня еще было. Вот тут я даже не знаю, что мне надо. Так, продолжительность действия. Так, фокусирующего. Зелье повышает урон ваших атак. Даже не знаю. Ладно, пока ничего не надо. Буду копить. Пойдем. Где у нас кабанья голова? Ой,
мне где-то недалеко. Опа. Не могу открыть. Ну не могу и не надо. Hello. Если что. You too, Amit. Ладно. Понятно. Тихо ты. Ревелио. Welcome to the Ogg's Head. Давай поговорим с тобой. Hello, Lord Gok. Добрый день, Лорд Гок. Сирена сказала, что тебя можно найти здесь. Правда? Она послала вас сообщить мне новости? No, actually. Нет, в сущности, это мне нужно с вами с собой поговорить. Он Ран Рокет. Now I remember. Теперь я вспомнил вас тогда в трех метрах, когда напал тролль, Виви тот ученик, за которым он охотится. I am. Все верно. И мне необходимо знать, что он и его сторонники замышляют. Предположим, я в курсе, но с чего мне вам доверять? Давай, возможно, я в тебе ошибаюсь. Надавим по-больному. Он ничтожество. Уже. Сирона считает, что наши цели части совпадают, возможно, она ошибается. Ну что ж, раз Сирона считает, что у нас общие цели, возможно, нам стоит довериться друг другу. Очень хорошо. Возможно, у меня будет информация, которая могла бы нам помочь. Есть один способ выведать Ранрока и его планы. Я слушаю. Много лет назад одна мерзкая ведьма украла священную реликвию гоблинов. Ходят слухи, что теперь эта реликвия лежит в саркофаге. В гробнице той самой ведьмы, и попасть туда может только волшебник. Мы с Ранроком разругались уже давно. Возможно, эта реликвия поможет нам сгладить отношения. Давай. Very well. Что ж, я добуду реликвию, если ты обещаешь посвятить меня в замысл Ранрока. Придется нам довериться друг другу. Я поверю, что вы не сбежите, прихватив с собой реликвию, а вы, что я поделюсь с вами полученной информацией. Берите с собой все, что нужно, и ждите меня возле гробницы ведьмы. Так, ну ладно, давайте так. Посмотрим, что у нас с заклинаниями. Так, надо вот... Угу. Пока все идет нормально. Столкни. Да. Ладно. Как далеко мне? Ага. Hogsmeade, сюда. Here I come. Идем, идем. Хорошо, что у него гробница где-то здесь. Ну. I'm ready. Давай, я готов. Good. Хорошо, нам нельзя терять время. Вот и не будем. Еще и ночью поперлись. А что за реликвия, которую мне надо раздобыть? Ценная фамильная реликвия, известная как шлем. Одна ведьма считала себя цинтинцей древности, она купила этот шлем как простую безделушку, и ее не волновало, как к этому отнесутся гоблины. А ведь гоблины считают, что любой предмет принадлежит тому, кто его создал, а не тому, кто купил. Волшебники смотрят на это иначе, и удивительно, что гоблины и волшебники в принципе способны сотрудничать. Между нами огромное количество различий. Это уж точно. Вы, возможно, удивитесь, но я не считаю эти различия непреодолимыми. Именно поэтому я решил отправиться к гробнице вместе с вами. Ты молодец, что вообще решил отправиться туда. Со мной или без меня. Ревелио. Пусты. Сейчас соберем. Давай. А мы идем. А мы сейчас все соберем. А, так тоже можно. А я думал, что ты тащишься-то? А
что ты не собираешь? Некогда, что ли, или некуда, или что у тебя? Не собирает, ладно. Пойдем. Так, у меня должно быть. Да, давай, скидывайся быстрее. Так, чтобы использовать так зелье, которое усиливает защиту выпившего. Вот это вот. Зелье аж целых 5 штук этих невидимых. Но зато на халяву. Давай. Давай, давай, давай. Ревелио. Сюда, сюда, сюда. Повыше на земле. Бегу, бегу, бегу. А вот почему я ее в прошлый раз открыть не мог. А вот и она, могила ведьмы. Ходим. Ходим, а я в прошлый раз войти не мог в нее. Ладно. Вот. Этот код просто жмот. Ну не трогай, не трогай его! Если я еще раз буду кричать, Ксюша, ты получишь. Бежим, бежим, бежим. Ты. Приятненько, знаете, осознавать. Бабочки. Так, где у меня там? Мне нужен свет. Сейчас мы тебя пришлепнем. Сундук не пробежал. Не превзойдем ни перчатки. Так, сюда. Пойдем. Так. Да. Разбил. Ёж твою мать-то. Ну, вроде
напасть должен был на меня. А получилось как получилось. Лошарик. Что с вещами? Вещей-то вроде набрал. Набрал-то, нахапал. Так. Ничего не изменилось, только единственное, что вот это 24, так это 25, но вот это ячейка характеристик один. Ладно, одену. С маской. Мне пока самая лучшая пока еще маска. Шарфы. Нет. О, пиджачок. Ну-ка, тихо там. Нету. Нету ничего пока. Давай. Только две могу взять? Нет. Давай. Вторую. Ага, то туда надо будет пройти. Ладно. Что, вы пришли, что ли? На. На. Подожди. Нормально так. Ходят, бродят еще. А, зловещие мертвецы, еще двоих надо, да, забить. Так, ладно. Как мне туда попасть? Метлу не могу вызвать. Так. Так. Нифига, ладно. Давай посмотрим. Если тут еще двух мертвецов надо убить. Значит, мне их надо просто найти. Только... Не, ну это уже выход. Так, осмотрите гробницу в поисках шлема. Смотрю. Yeah.
вроде вот так светлее, да, стало? Давай, давай, поднимайтесь, где вы там? Так, ладно. Что я делаю что-то не так? Сюда. Нет. Ага. Вот оно, что, Михалыч. Пойдем на другую сторону. Понимаю, ее крутить надо, так что ли? Пошли. Да. Так. И ты сюда. На. Так, сохраниться. Так, сохранить игру. Сохраняем на 15. Все. Теперь мы здесь. Что у нас здесь? Так, мне походило. Так, а тут-то что? Где у меня? Ага.
жестокий. Думай. Думай. Сюда. Поднимайся. Да что твою мать, да почему вы не хотите вставать-то? Ну ладно. Мне вроде бы и так хватает. Вставляю вам кости. Думаю, тот, кто будет следующий, вас погребет нормально. Так. Куда? Ух ты! Ух ты, мы вышли из бухты. Открываем сундучок. Так, у меня плащ, да, новый? Нет, не плащ. О, больше. Давай оденем. Так, на продажу у нас есть что? Так, 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 так. Пойдем, пойдем, пойдем. Получается просто на выход шел. Мне надо плыть. Плывем, плывем, плывем. Вижу. Yeah.
что ли, застрелился? Было несложно. Так. Бабочка, луна. А я откуда? Отсюда пришел? Да, больше неоткуда было приходить. Ну что ж. Пойдем сюда. Так. Вот только что ты будешь поднимать. Какую? А, вот площадки. Сейчас, минутку. Мне надо третью бабочку, да? Ладно. Тебя вести. Так, нифига не сюда. Это ж куда тебе надо-то? А, вон куда надо. Ну-ка. Первую привел бабочку. А так ни хрена не получается, то подожди. Ну-ка. А как я должен вообще-то бабочек туда доставлять? Не совсем соображаю здесь.
Ну-ка. Два. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опускай. Надо с тебя и содрать себе по ходу дела. Так. Нифига. Так. Вот сюда. Я так думаю. Продолжаем. Не надо. Да нет. Ты сюда. Вон оно что. Все правильно, значит, я думал. Так. Да не то. Вот так вот. Все правильно я думал. Открыли. Давай, соберем. Рано еще. Кольцо с печаткой. Вот тут уже побывал. Тут уже похреначил. Кстати, почему тут это из-за злобной магии эти встают? Зомби, я не знаю. Это не есть хорошо. Чё, кот орёт? Уже не придает веселье ему. Так, ну-ка. Че, голуби его дразнят из-за окна? За окном там сидят, да? Язык показывают. Ему домашний. Ну давай. Я принес тебе. Лорд Гок. Лодку саркофаг разграблен. Мне не удалось обнаружить шлем. Только мертвого. Там лампа. Черт возьми, они добрались сюда первыми. Нам нужно заполучить его, иначе им воспользуются руки, чтобы выслужиться перед кем. Я видел неподалеку один из их лагерей, но боюсь, вам придется пойти туда в одиночку. Для меня сражения остались в прошлом. Ну что ж, пойду.
С этим у меня проблем нет. Сейчас же отправлюсь. Хорошо. Нам нельзя терять время. Заберите шлем, пока за него не добрались руку, иначе мы получим вещи, имеющие хоть какое-то значение для Ранрока. Ну, понятно. Так, ну-ка давайте-ка. Тащили ценную реликвию, мерзкие ворюги. Так, мне надо поменять сейчас. Мне сейчас солнышко-то не надо уже. Мне сейчас солнышко не надо. Не надо печалиться. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Так, сохранить. Сохраняем игру на 18-е. Прекрасно сохранено. Прекрасно. Так, ну для начала я хочу вот здесь вот кому-то люлей надавать. Ну, давай, где? Вот так. Кому тут люлей надавать? Ревелио. Конфринго, Глейсис, Дефендер. Так. Ревелио. Бедную скотинку просто размотало. Ничего не осталось после него. На. Ну что ж. Ладно. Ревелио. Так. Волки. Где ты? Моментально. Конфринго. You got Defendo. Explosion. Accio. Explosion. Levioso. Incendio. Accio. Explosion. Thought you had me there. Incendio. Protego. Levioso. Accio. Incendio. 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 Protego. Exposo. Блин. Потратил на тебя коза, не то что это. Так, это какое-то испытание, нет. Ладно. Это-то я еще себе верну. Древнюю магию. Только надо найти, на ком возвращать. Вот. А уж меня простите, кто бы вы ни были. Что-то возвратил себе. Ревелио. Ага. Подождите, там вот еще. Еще кучка. А мне вроде туда и надо. Давай. Я даже за соперников-то не считаешь.
You will pay for your deed. Glacius. Подожди. You've made a great mistake. Ох ты, падла. Забыл про тебя. А, мои ячейки полны. Ладно. Давай тогда так. Сюда-то мы сейчас еще раз придем. Пока ячейки освободим. Карта Хогвартса. Секретные комнаты. Сейчас вы у меня за все получите, за все ответите. Ну, кстати, не факт, что они, кстати, еще там останутся, эти предметы на земле. Так что... Так... Да нет. Пойдем смотрим, кто там, что у нас. Так. Все. Идем. Забираем рябиновый отвар. Где у нас предметы можно вот? Идентифицируем. И сейчас будем пробовать одевать снаряжение. Снаряжение у нас не можем. Блин. Так. Шлемом у нас понятно, что нового так и нету. Головной убор. Шарф. О, ну вот этот-то можно, да? На сколько больше? На 7. Шарфы все продаем. Okay.
Получается, у нас только перчатки остаются, да, которые под замком. А остальное мы все можем продать. Карта Хоксмита. Но без разницы. Вот здесь вот. Будь здорова. Побыстрее бы все это продать, побыстрее бы там все обыскать, чтобы не париться. Детишки, ребятишки. Значит, свинячья голова. Кстати, вот эту свинячью голову бы в реальности была бы, так хрюкала бы еще. Да, тогда бы все ходили бы в бар. Интересно было бы. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Нам надо продать. Прогрузись. Hello there. In the market for potions, are we? Да, я пришел продать тебе кое-что. Так что. What can I do for you? Сегодня твой день. Так. Что-то не понял. Так. Что-то не понял, что у нас с шарфом не так? Почему у меня большой? Ну-ка, смотрим. Вроде только перчатки оставляли. Откуда взялся этот мощный шарф? На 10 больше. Повышенный урон наносимый с помощью... Повышает урон от всех растений. Да нет, вот. Все, продаем. Все. Продали. Надо за город идти. Хорошо. Надо, выйдем. А где этот мост? Вон... Бегом, бегом, бегом. Быстренько добираемся до места преступления нашего. Вниз. Вниз, 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 вниз. Ревелио. Ага, все это ушло, ладно. Хрен у тебя. Ревелио. 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 That's it. Ревелио. Отлично, нашел шлем. Подождите.
Ночью, да? По лесу-то шляться. Это тебе за руку, да, так? Ой-ой-ой. А если я убежал? О, here's a pleasant surprise. Ревелио. Да подожди-то. You took Nora Treadwell from us, that incendio. Seems your luck has run out. Так. Ой-ой-ой. Спокойненько. Да. Вот так вот. Все, теперь-то я могу. Ревелио. Проходить испытания. Ой, а я еще кого-то тут побил, что ли? Оп. Посыпем. Не сыпь мне соль на рану. Не говори на взрыв. А, я не могу, это тут переворачивать надо. Я уж сам догадался. Ревелио. Ревелио. Я понял, что кукурузу охраняли, что ли? Чем заняты-то были? Ревелио. Ой. Лошары, лучше б не позорились. Так. Заходим сейчас в дом. И здесь мы все берем. Так. Пойдем, пойдем, пойдем. Ревелио. Опа. Все, полетели. Ты нас ждешь? There's no telling what lies in wait for me in there. Давай, вот твой шлем. Знал бы ты, сколько мне пришлось драться за твой шлем. I retrieved the helmet. Мне удалось собрать шлем. Well done. Браво, это точно произвело впечатление на Рок-Рока. Этот шлем блестит еще ярче, чем я представлял. Какая гравировка. Он великолепен. Все, я тебе польстил? Будь любезен теперь, давай.
I see why you wanted it back. Понятно, почему ты хотел его. Забрав его, вы оказали грабителям услугу. Я знаю о многих гоблинах, которые убили бы за этот шлем. О, тогда хорошо, что он не останется у меня. Благодарю вас, теперь нам удастся завоевать доверие Ренрока. Я сейчас же отнесу ему шлем. Может, это отвлечет его от поисков. Поисков? А, это так, догадки. Вы произвели на меня огромное впечатление. Хорошо, что я доверился вам. И что мне теперь? We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Не понимаю, о чем ты базаришь, ну. Что мне это сейчас делать? Так. А здесь вот я был. Так, задание. Так, и вот что у меня? Вот это, раздобудьте три бы одновременно, используйте их в деле. А у меня вообще не есть? Депульсио. Так, мне удалось заполучить шлем. Так, теперь нужно отнести его, так, который ждет у входа в гробницу. Ну так я отнес. О. Так, давайте посмотрим, что за растение надо. Три. У меня есть капуста, вот это, а вот все три, все понял. Да без проблем, надо только найти что-то побольше там. Так. Что ты там говоришь? Требуем так магический рецепт. Так, поговорите с Дреком. Хорошо. Хорошо. Так, приветствую, так. Ух ты, ни хрена мне, куда надо. Так, карта Хогвартса. Где-то недалеко. Получается секретная комната. Ох, нет, все-таки летучее пламя — это хорошая вещь. Так бы я устал бы бегать. Луна, луна. Цветы, цветы. На комплект заклинаний можно назначить 4 заклинания. Это мы знаем. Мы уже назначили. Револю. Дик. Дик, очень рад вас видеть. Недавно он нашел в комнате эту сумку, она наверняка пригодится вам в учебе. Дик видел такие раньше. Он называет это хавать мешок. Бездонное, что ли. Очень полезная вещь, чтобы ловить и перевозить. Какой приятный ветерок. Я все думаю о том, что сказала профессор Холм. Она считает, что в свободное время нужно учить как можно больше существ. А еще она упомянула, что поблизости орудуют браконьеры. Так что, по-моему, у нас существует... у нас существам будет лучше. Дек тоже так думает. Вот видите, комната значит, что вам нужно. А Дек может показать вам, где и как и пользоваться хавать мешком. Ну, давай. Тогда идем. Подожди. Минутку. Так. Двенадцать секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сойдет на халяву уксус сладкий. Так что
Так. Нет, 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 нет. А, у меня много, да? Ну давай тогда так. Пока тихо там. Так. Все. Все. Вроде все дела сделаны. Можем идти. Я хочу знать, так, можно по... как пользоваться мешком? I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Отлично, так не прочь прогуляться. Господи, мы еще куда-то пойдем. Испытывать мешок. Испытание мешка. Даже звучит, блин. Смешно. Ну же, мощные и контролирующие заклятия позволяют вам жонглировать более мелкими врагами. После определенной практики вы даже сможете подбирать время перезарядки заклинаний, чтобы жонглировать своими врагами бесконечно. О, ни хрена себе. Ну это уже действительно задротство какое-то будет. Так, ну и что мы пришли? Он был гадким браконьером, работа на него была ненавистна. Он творил жуткие вещи с прекрасными существами. Именно тогда Дек впервые увидел хавать мешок. Приятно знать, что вы используете его во благо. Давайте я сохранюсь. Не нравятся мне эти прогулки. Был печальный опыт, когда мне пришлось... Я уже даже думал игру удалять, потому что ну, вроде прошел-то неплохо, а потом бах, текстуры покрошились, он у меня упал вниз. И дело в том, что он у меня сохранился. Ага. Сохранился там между текстурами, и хрен оттуда вылезешь. Потом случайно кое-как выбрался оттуда. Так что неприятная ситуация. We have arrived. Вот мы и пришли. Дек любит приходить сюда, чтобы посмотреть на магические существа. Особенно ему нравятся карликовые пушинки. Он рад, что здесь им ничего не грозит. Вам нужно лишь подойти поближе, направить хавать мешок на карликовую пушинку, и она немедленно окажется внутри. Хорошо. Хавать мешок. Разблокируем новый элемент. Нажмите Т, затем введите курс. Так, ну ты уж понял. No need to be difficult. I mean you no harm. Опа. Волшебная тварь спасена. И сколько мне их надо вообще собрать так? Так. Профессор Хауэн will never believe this. Посмотрите-ка, бонусы идут за это, да. Нет, я бы лучше на браконьеров поохотился, честное слово. Ну давай, давай. Так, мне удалось поймать карликовую. Так, вы можете спасти только сколько вместит хавать мешок. Браконьеры ловят пушинок. Ну и в общем, Джек точно не знает, что они с ними делают. Но он уверен, что у нас они будут в безопасности. Но не всех существ так легко спасти. Дек предлагает вам поискать кого-нибудь летающего. Как насчет болтушайки? Хорошо, где мне искать? Дек видел одну гнездящуюся к западу отсюда на большом дереве, которое видно с Хогвартса. Но нужно соблюдать осторожность. Недавно Джек наткнулся на браконьеров в тех краях. Вы пока подготовьтесь, а Джек будет ждать. Ой, да я-то готов. Ну ни хрена ты меня отправил.
не убежал. Поехали. Так, вот это, кстати, замок я здесь был, вроде бы, да? Там. Из скелетов мостик надо составлять, чтобы выйти потом оттуда. Ну-ка. На вершину. Так, внизу какие-то были тогда, я помню, я... Так, я знаю, что случилось. Быстро прилетело, не успело прогрузиться, поэтому сохраняемся и загружаемся. Давай. Сохраняемся. Да. А теперь загрузить. Да. А то неохота эти камни терять, потому что мне же еще всякие столы делать. Вот эти прыгающие горшки, кстати, единственное, что хорошо, да, дорого стоят, 3000 в золоте. Но когда ты их сделал, на халяву зелья какие-нибудь, это уже хорошо. Это лучше, чем никаких зелий вообще. Я еще за деньги, тем более. Так что, даже тот же самый рябиновый отвар, да, на халяву, тоже хорошо. Даже если у тебя шкура не бронированная, там что-то. Вон, кто-то там есть. Я вас один раз уже отхреначил. Ревелио. Ну ладно. А, тварей никаких не обнаружено. Так. Да, вот здесь я видел их. Птиц вот этих. Ну давай. Hello, Deke. Привет, Дэк. Продолжим. Oh, good. О, конечно, Дэк так беспокоится о вас из-за всех этих браконьеров в округе. Видите, это большое дерево болтушайка, там следует быстро. Если что, Дэк видел, что Левиоса используют, чтобы замедлить летающих всех, тогда проще подобраться к ним и поймать. Давай. Попробуй спасти болтушайку. Удачи. Так, Левиоса, значит. У меня уже. Давай-ка тогда сделаем еще одну штуку. Мне надо стать невидимым. Вот это вроде невидимость. Так. Тише. Опа. I'll look after you. Так. Ревелио. Ага. Ревелио. Давай. Куда? Давай.
Ага, там еще испытание, как бы, да? Everything's all right now. Получилось. Еще одно. Professor Howard will never believe this. Так. Давай. Собрал. Ну, давай, я готов. I rescued a Jobberknot. Мне удалось поймать Балбушайку. Дик надеется, что ваш Балбушайка будет удобно. Так, браконьеры охотятся на них из-за перьев и не слишком церемонится, выдирая их. А другие существа тут есть? Дик знает только про стадо телят. Они живут на опушке, в которой ведет эта тропа. Джек подождет вас. Пойдем. Так. Ревелио. Так, а на пушинку-то ловился, по-моему, не действовало. Сколько не гонял этих пушинок. Ох, а тут еще и летучий огонь. А почему я тут не был? Вот теперь я есть. Все. Подождите. Сохраняемся. Неохота потом опять заново ловить. Оно такое, сохранить игру, такое немножко, как сказать, задание такое предмуторное. Давай. Говори. Кому говорят, говори. Это умный человек, да? Гоблин или кто-то там, тролль, домовой. Читает книжки он. Hello, Deek. Привет, Дек. Это та поляна, про которую ты говорил? Именно. Он теляга приходит к большому дереву с узором в виде спирали, но только когда светит луна. Так что, если вы умеете ускорять время, придется подождать наступления ночи, чтобы их увидеть. Ну ладно. Я поймаю этих лунатиков или кого-то. Дек будет ждать вашего возвращения. Ревелио. Вот так вот. Да мы знаем, как это делается. Как нам из дня в ночь перейти. Да. Вот все. Ждать мы умеем. На. Now. Arrest the momentum. Ага. Давай. Сложненько, да, поймать это существо. 20 штук. Ревелио. Так. Ревелио. Ой, 20 штук. Ревелио. No, you don't. Arrest the momentum.
Давай. Охренеть. Settle yourself. I mean you no harm. Revelio. Arista Valenta. Давай. Revelio. Arista Valenta. Давай. Revelio. Arresto Momentum. Do cooperate, won't you? Давай, куда ты-то побежал? Сам себя чувствую браконьером. Я думаю, хватит, поди. Everything's all right now. Ну то я буду ходить опять собирать их. Для прохождения мне этого хватит, основного задания. It was a bit так, мне удалось поймать Мултека, хотя бы было не сложнее. Так, еще одно существо в безопасности. Жаль, что мы не увидим танец лунатят. Восхитительное зрелище. Дейк умеет, что здесь мы закончили. Так, думаю, что мы закончили. Вы спасете еще много существ, а пока давайте отнесем их. Это уже есть. Вручай комнату. Хорошо. Джейк будет ждать вас. Вручай комнате. Приходите, когда сможете. Ух ты, а я смогу. Потише, потише, дети, потише. У нас тут вручай комната. Карта Хоксвита. Хоксмута, как правильно сказать-то. Так, мне надо еще игрушки для этих, для зверей. Ну, птица, по крайней мере, да, я всех собрал. Посмотреть это, что будет за собирательство. Потише, потише, говорю. Спокойней, спокойней. Давай. Теперь нужно показать спасенным вами существам их новый дом. Но здесь для них маловато места. Представьте, что начинается, если все чувства начнут метаться. Может быть, если вы подумаете о том, что нужно вашим существам, комната сама вам это даст. Давай. Exactly, интересно, что же вы себе представляли? Да, ну только побольше, надо размер-то гораздо больше. А, ну вот. Heavens! Ну надо же. You've done it! У вас получилось. But what is it? Что именно? Dick isn't sure. Дек не знает, но only можно выяснить. To find out. Meet you inside. Буду ждать вас внутри. Давай. Так, минутку. Для начала надо. Так. А, у меня уже много их. Ладно. Так, вот почему я не мог снести в прошлый раз это. Это какой-то мир или что это? Look at this. Ну надо It's же, amazing. Просто потрясающе. Where are we, Dick? Где мы, Дек? It seems to be я думаю, здесь вашим существам будет лучше всего, это своего рода виварий. Всем вашим существам будет здесь очень уютно. Они проживут счастливую, беззаботную жизнь. Можете выпустить их. Пусть посмотрят на новый, на свой новый дом. Так, мы выпускаем. Что у нас там? Так.
давайте, разбегайтесь, бегите. Так, всех выпусти. Чё по одной твари-то? Дэк думает, что в этом аквариуме ваши существа будет хорошо? Конечно, лишь бы всем хватило места. Дэк тоже на это надеется, но если места все-таки не хватит, обратитесь к мадам Клюк из лавки Клюк и Холодок. Она поможет найти жилище для ваших существ. Для тех, что не поместятся в аквариуме. Да, она всегда готова позаботиться о существах, которые нужны помощи, и она предположит за них справедливую цену. Кстати, если вовремя кормить и вычесывать существ, можно получить ценный волшебный материал, например, шерсть, карликовые пушишки. Когда соберите волшебные материалы у кого-то из существ, Дэк покажет, как их использовать. Отпустите его. Бедный кот. Помогите. Все, идите. Помогите. Вот у меня свой зверь. Ой. Тебя-то нету в Вивария, да, чтобы от детей тебе спастись. Получите перо болтушки. Так, ладно. Теперь у нас надо что? Надо. Вычесывать. Надо. Кормить. Так. Дик thinks you are doing good work here. Так. Ага. На. Ревелио. Так. А зачем мне призвать тебя? А ты чё? Ходишь нечесанным. На. Левиоса. Так. Ага, собрать. Так, на, кушай. Так, а я что еще за вами бегать здесь должен? Так. Ты ешь? Так. А ты кушаешь? На. Кушать. Давай, вроде собрал. Now Deke can show you how to use them.
First, you need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. Зачарованный ткацкий станок, именно на нем вы сможете приобретать магию волшебных материалов, и тогда она станет для вас намного полезнее, чем была. Хотите попробовать? Ну давай. Давай, выходим. Ткацкий станок. А где у меня? Так. Так, сюда. Мне надо на давай. Ой, не то нажал. Да не то нажал, говорю. Так, мне надо наколдовать. Не надо ткацкий станок. Так, зачарованный ткацкий станок. Давай, вот здесь вот. Вот здесь вот. Опа. Подожди, у меня еще есть какие-то. Ну-ка. Так, маленький так. Нет. О, а там, подожди, там же еще есть. Блин. Так. Нет, у меня еще подожди, маленький так стенда. Ах, там все покупать надо. Так, ткацкий стол определения есть. Наукообразный преобразователь материала. Целых в это. 3 стоит. Ботанический преобразователь материалов. Это говномешалки есть. Ну ладно. Так, вы можете использовать волшебный... Ага, вставлять, все понял. Так, давайте посмотрим только сначала, что я ношу. Перед тем, как что-либо вставлять. У нас тут маска есть. В маске аж 3 ячейки. Вот маску-то по-любому надо прокачать. Так. Посмотреть обновление, посмотреть характеристики. Так, повышает урон под деминизационным заклинанием, повышает урон, наносимый с помощью проклятия, повышает урон, наносимый с помощью чар, существенно повышает урон, наносимый с помощью заклинания Крупцева. Недостаточно ингредиентов, а что надо? Мех жмыра. А здесь что надо, недостающие ингредиенты. Ладно, ну давайте тогда меня. Давайте так тогда. Мех пушинки вот поставим. И еще мех пушинки поставим. Все, понял. Так, обновите предмет одежды. Я обновил. Можно попросить, что мне нужно сделать с волшебным материалом? Так, инвентарь. Так. Снаряжение. Подожди, а я же...
А я что обновил? У меня ничего нету больше. Так, задание, так, профессора, так, это не то, это обновите предмет одежды. Маленько не понимаю, ладно. Идем обновлять предмет одежды. Он у нас один. Взаимодействовать. Характеристика уже применена. В чем тогда загвоздка у меня заключается? Загрузить. Загружаем. Да. Что-то не понимаю, блин. Так, ладно, давайте к животным вернемся. Попробуем еще тут что почесать кого-то. Ревелио. Так. Ага. Так, понятно. Сейчас, минутку, подождите. Так, где тут чесалка-то? Да. Что у нас тут? А я тебе что сделал? На. На, кушай. Собрать. Так, ты довольный? Кушай. Ладно. Значит, определенное количество животных пока можно там держать. Капуста полна. Ну-ка, отпустите животное. Слушай, я сейчас... Бедное животное. Так, нет. А это что нет-то? Вот на. Так, ладно. Обновите предмет одежды. Обновите. Ну, давай обновим. Yeah.
Посмотреть обновление. Вот так давай. Вот так сделал, так хорошо получилось, надо показать. Ну ладно, я еще не снял хоть. Ой. Ладно. Сейчас приду и соберу их. Я использовался так. Воспользовался. I use the enchanted loom, Deke. Will I be able to weave? Можно ли с помощью этого дурацкого станка? Адского станка. Висить так легко, но для этого нужно спасти более могущественных существ. А сейчас Дек предлагает вам посетить Вивари и посмотреть на спасенных вами существ. Спасибо тебе за помощь, Дек. Как я понимаю, мне там. Определенное количество животных только можно держать. Ладно. Так. Вивари. Ладно, мы спасать их не будем тогда, мы пойдем другим путем. Давайте посмотрим, где у нас задание. Так, магический рецепт. Так, тихо. Жетоны, оставшиеся магический рецепт. Опять поговорите. В трех метлах. Так. Внешний вид меня вообще не интересует. Ну, это там как получится. Встретись, вот мне что надо. Себастьяну. Себастьян, да. Краб, рак, кто ты? Так, новый животный. Получили новый предмет одежды, нет? Ничего не понимаешь. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.